Здравствуйте! С вами канал «Удачные рецепты с Анюткой». И сегодня на канале Алкофан мы приготовим лаймовую настойку с мятой. Лаймы обдаем кипятком, затем промываем в проточной воде и вытираем насухо, чтобы убрать воск или другой консервант с поверхности. При помощи терки или ножа для чистки овощей снимаем с плодов зеленую часть цедры. Мяту и цедру складываем в емкость для настаивания. Выдавливаем сок одного лайма. И добавляем 1 столовую ложку сахара для смягчения вкуса. Вливаем алкогольную основу и перемешиваем. Герметично закрываем. Настаиваем 7 дней в темном месте при комнатной температуре. Раз в сутки стряхиваем. На третий день убираем мяту, иначе в напитке будут слишком сильные мятные тона. Готовую настойку фильтруем через мелкое сито или марлю. По желанию дополнительно можно добавить сахар или сахарный сироп. Разливаем готовую настойку в бутылки для хранения и герметично закрываем. Оставляем на несколько дней в темном прохладном месте для стабилизации вкуса. Срок годности в темном прохладном месте до 5 лет. Всем приятной дегустации и до скорых встреч!